Песнь Песней, 2 глава. Bu bey hakkındadır. Это про жениха. Birinci bey. Bir men Şaron Nergiziyəm. Я нарцисс Саронский. Дәрәләрдә битән замбагам. Линия долин. Лилия долин. Мәнем ярым кызлар арасындадыр. Элә бил бир замбах тиканлар арасындадыр. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Мәнем севгилим оғланлар арасындадыр. Мешедәки агачлар арасында алма ағачына оқшайыр. Көлгәсіндә отырмағдан зөв қалырам. Мейвәсінің дады дамағымнан кетмір. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладкие для гортани моей. Гөзәлдір, а? Прекрасно, не так? Гәлін айға қалқақ. Давайте встанем. Бір-бірімізді саламлая. Поприветствуем друг друга. Бір-бірімізден görüşək. И хорошенько сөзлерінен скажем хорошие слова друг другу. Рухландырак. Бір-бірімізе Иса алмасы верек. И дадим друг другу яблоко Иисуса. Eğer yerlerimizi tapmışıqsa, əyləşin zəhmət olmasın. Если уже нашли свои места, то, пожалуйста, можем сесть. Rahatlanın. То есть, комфортно. Gəlin birlikdə dua eləyək, əyləşin zəhmət olmasa. Давайте вместе помолимся. Садитесь, пожалуйста. Biz bütün imeninnikləri, ad günü olanları təbrik edirik. Мы поздравляем всех именинников, у кого сегодня день рождения. Вы знаете, у кого сегодня день рождения? Если это ваше день рождения, вы знаете, что мы поздравляем вас. Как прекрасно, что вы родились сегодня. Бог подарил подарок нашим, вашим отцам и матерям. Это благодать. Потому что Бог подарил вас в церковь. И церковь вам. Дима, ilaşabilirsiniz. Дима, можете, пожалуйста, сидеть. Rəbb isə, biz minnətdarıq sənə. Господь Иисус, мы благодарны Тебе. Eşitdiyimiz giriş sözünə görə. За вступительное слово, которое мы услышали. Сən orada danışırdın. Потому что ты говорил там. Сən böyük izdihama baxırsan. Ты смотришь на большую толпу, но ты видишь одно сердце там, и ты не упускаешь с виду это. Спасибо за то, что ты не упустил нас из толпы. Ты видел нас. Ты любил нас. Ты любил нас. Ты отдал свою жизнь за нас. Sən müqəddəs qanını tökdün bizim üçün. Ты пролил свою святую кровь за нас. Nə vaxt ki, biz səni heç tanımırdıq. Тогда, когда мы даже не знали тебя. Hətta sənə qarşı bəlkə danışırdıq. Может, даже мы были против тебя. Amma sən bizi sevməkdə dayanmadın. Но ты продолжал любить нас. Sən deyirsən ki, sən tikanlar arasındaydın. Ты говоришь, что ты был между тернами. Amma sən bizə baxıb bizdə gözəl zambağı görürdün. Но ты, посмотрев на нас, увидел прекрасную лилию. Мы благодарны тебе, Отец. Благодарны за то, что ты вытащил нас из этих терн. И сделал нас своей невестою. Ты омыл нас. Белее даже, чем снег. И ты... То есть смыл все наши прошлые грехи. Да. Keçmişdəki bütün günahlarımızı. Və bugünkü günahlarımızı. И сегодняшние грехи. Və sabah təəssüf edəcəyimiz günahlarımızı. Даже те грехи, которые мы, к сожалению, может сделаем завтра. Sən bizi bütövlüklə yumusan. Ты полностью омыл нас. Və biz də gəlirik sənin huzuruna. Мы приходим в твое присутствие. Ki sən bizim ayaqlarımızı yuyasan. И чтобы ты мыл наши ноги. Ki bizim də Səndən payımız olsun. Чтобы у нас была часть от тебя. Sənə şükür olsun. Спасибо тебе, Господь. Ki sənin huzurun açıqdır. Спасибо за то, что твое присутствие открыто для нас. Sənin huzurunda sənin bizə verəcəyin çoxu xeyir dualar var. У тебя есть много благословений в твоем присутствии для нас.
Çok sağ ol. Спасибо. Burada olan kiliseye sənə minnətdarıq. Спасибо, мы благодарны за церковь, которая здесь. Zoom-dan bizə baxan, qulaq asan, internetdən eşidən əzizlərə görə sənə minnətdarıq. И за дорогих братьев и сестер, которые смотрят с Zoom-a, мы благодарны. Сən bağışlamısan bizə. Ты простил нас. Сən bizi ailəyə dəvət etmişsən. Ты пригласил нас в семью. Сənin istəyin odur ki, biz böyüyək. И ты хочешь, чтобы мы росли здесь. Çox sağ ol, atacağım. Спасибо, отец. Давам elə bizə danışmağa. Продолжай, пожалуйста, говорить с нами. Şəfa verməyə. İstiləy nas. İstiqamət göstərməyə. Давай нам правильное направление. Yolumuza öz işığını tökməyə. Открой со света наш путь. Ki biz getdiyimiz yolu görək. Чтобы мы видели путь, который мы. Və heç vaxt məqsədimizi sən olan məqsədimizi itirməyək həyatımızda. Чтобы мы никогда не теряли ту цель, которая есть ты. Sənsən bizim məqsədimiz. Потому что ты являешься нашей целью. Bizim üçün ölüm qazancdır, həyat isə İsa Məsih. Для нас смерть – это победа, а жизнь – это Иисус Христос. Мы благодарны. Ve İsa Məsih sənin müqəddəs adına dua edirik. И святым именем Твоим Иисус мы молимся. Amin. Amin. Çox sadə vəzdir. Это очень простая проповедь. Amma çox qüdrətlidir. Она, я верю, очень мощная. Şəxsən mənə xidmət edir. Мне лично она служит. Mən bugün toplantıda mahlara qulaq asırdım, diqqətlə qulaq asırdım. Я сегодня внимательно слушал песни. Və sizinlə birlikdə sitayiş edirdim. Вместе с вами поклонялся. Və mahnıların hər biri danışırdı. И каждая из этих песен говорила лично. Əlidər müəllim danışanda Rəbb danışırdı. Əlidər müəllim, когда говорил, это Господь говорил. Şəxsən mənimlə. Лично со мной. İnanıram hər birimizlə. Я верю с каждым из нас. Gəlin açaq başqa bir parçanı. Давайте откроем другой стих. Lukanın müjdəsi 10-cu fəsil. Luka 10-ya qlava. Burada İsa Martaya müraciət edir. Здесь Иисус обращается к Марте. Marta və Məryəm iki bacı idilər. Как мы знаем, Марта и Мария были двумя сестрами, сёстрами. Aha, İsa gəlib onların evinə. İsus prişol k ním domov. Marta qaşa-qaşdadır, yemək bişirir. Марта вот была такой активной, она готовила еду. Ve baxır ki, Məryəm ona kömək eləmir. И вот она смотрит, видит, что сестра не помогает ей. Ve Marta da çalışır, tər tökür. Marta, она так потеет уже, она работает. Ve şikayət edir İsa'ya. Она начинает жаловаться İsus. Ki, bax, bacıma diqlə gəlsin, mənə kömək eləsin. Скажи моей сестре, чтобы она пришла и помогла мне. Yaxşı deyil, çox sadədir. Вроде бы нормально, она правильно говорит. İş çoxdur. Потому что много работ. Ve İsa'nın burada Marta'ya cavabı var. İsus тут отвечает Марте. 41-ci 42-ci bəndlər. Это 41-й и 42-й стихи. Rəbb İsa Martaya belə cavab verdi. Marta, Marta, sən çox şeyin qayğısını çəkib təlaşa düşürsən. Yalnız bir şey lazımdır. Məryəm yaxşısını seçdi. Bu da onun əlindən alınmayacaq. İsus же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Neydi Məryəmin seçdiyi o pay? И что же это та благая часть, которую избрала Мария? Bir çoxumuz bilirik. Многие из нас уже знают ответ. Gəlin oxuyaq 39-cu bəndi. Давайте прочитаем 39-ю часть. Deyilir ki, Martanın Məryəm adlı bir bacısı var idi. O Rəbbin ayaqları yanında oturub onun sözünə qulaq asırdı. Говорится здесь, что у Марии была сестра, у Марфы была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Okay, Marta bunu görüb İsa'ya deyir. И Марфа видит это и говорит Иисусу. Okay, beginən bacıma gəlsin mənə kömək et. Пусть она встанет оттуда и поможет мне. Mən tək qalmışam. Потому что я одна тут. Çoxlu görüləsi iş var. У меня много работ. Evimizdə qonaq var. У нас гости. Göstərməliyik qonaqpərvərliyimizi. Должны быть гостеприимными. Ki bizim yaxşı bir üzümüz olsun qonağın qabağında. Чтобы у нас было вот хорошее лицо перед гостями. Məryəm İsa qonağın ayağı önündə oturub və qonaq da İsa Məsihdir. Ona qulaq asın. А Марфа сидит вот перед этим гостем, которым является Иисус, и слушает его. Birinci fikir budur. Вот это первая мысль. Ki günah bəşəriyyətdə baş vermədən qabaq. Что до того, как грех произошел в мире. Cənnət bağında çoxlu ağaclar var idi. В райском саду было много деревьев. Ve Tanrı Adəmə və Həvvaya demişdi ki, bütün ağaclardan yiyə bilərsən. И Бог сказал Адаму и Еву, что вы можете съесть любую из деревьев. Çoxlu ağac var. Там много деревьев. Çoxlu təminat var.
Много обеспечений. Çoxlu xeyir dua var. Много благословений. Tanrının böyük məhəbbəti var. У Бога есть большая любовь. O atadır, o sevir. Потому что Он отец, который любит. E, o sevir ki, balaları qidalansın. Он хочет, чтобы его дети питались. Ama bir ağac var idi. Но было одно дерево. Tanrı dedi, ona toxunma. Бог сказал, вот это дерево нельзя касаться. Yeri gəlmişən o alma ağacı deyildi. И, между прочим, это не было дерево яблони. Burada biz vacib doktrini ortaya salacağız. Вот важная доктрина, которую Kimlərsə hətta xristianlıqda çaşdırır, düşünür ki, Adəm və Həvva alma yedilər və günaha batdılar. Многие даже христиане думают, что вот Адам и Ева поели яблоко, и поэтому они пали в грех. Kim düşünürdü ki, bu almadır? Кто думал, что это яблоко? Alma değildi. Это не было яблоко. Biz o meyvənin adını heç bilmirik. Мы даже не знаем, что за плод это был. Ama bilirik ki, ağacın adı var. Мы знаем, что у этого дерева было имя. Və ağacın adı nə idi? Bəli. Xeyir və şəri bilmə ağacı. Это дерево познания добра и зла. Və Tanrı demiş, ona toxunma. Бог сказал, вот это дерево нельзя касаться. Bütün ağaclara toxuna bilərsən. Любую из этих дерев вы можете касаться. Hətta həyat ağacına toxuna bilərsən. Даже дерево жизни. Ama o bir ağaca toxunma. Но другие деревья нельзя касаться. Həvva və Adəm toxundular. Но вот Адам и Ева коснулись именно этого дерева. Bircə dənə qadağa qoyulmuş ağaca toxundular. Именно то дерево, которое было запрещено. Nəticədə onlar günahlı oldular. В результате они впали в грех. Nəticədə biz günahlı olduq. Мы стали греховными. Və indi çoxlu ağaclar var. Сейчас есть очень много деревьев. Amma o çoxlu ağacların arasında bir ağac var. Но есть только одно дерево. O ağacın adı alma ağacıdır. Это яблоня. Necə ki, mahnıda oxuduq. Как мы пели в песне. Hə? Образы, təbii ki. Это, конечно же, образ. Yəni, Simirinka Qızıl Əhmədə baxanda düşünməyin ki, bax, bunu yiyəcəyəm və şəfa tapacaqam. Не думайте, что вы сидите и будете исцелены. Yox, amma məcazi, yəni образно. Образно. Dildə Nəğmələr nəğməsi kitabında 2-ci fəsil, 2-ci глава, 3-cü bənd. И 3-ci стих. Məşədə çoxlu ağaclar var. Visu mnogo derevyev. Amma yalnız bir ağac var. Но есть только одно дерево. Yalnız bir ağac var. Одно дерево. Ki biz onun meyvəsindən yeməliyik. Которую мы должны есть. Мәриям яхшы пайы сәшті. И Мария выбрала хорошую участь. О, düzgün ағачын алтында отырып. Она села под хорошим деревом, правильно? О, həмин о ағачын мейвәсіні дадыр. И она вкушает плоды вот именно этого дерева. Вә нәғмелер нәғмәсі 3-cü фәсілдә біз оқыдық. И мы прочитали в песне. Ки нечедір онын бәхрәсі? 3-я глава. 3-cü бәндін 2-ci исәсіндә. А, третья глава, вторая часть. Üçüncü bənd, stix. То есть вторая часть. Третья стиха. Bir kölgəsində oturmaqdan zövq alıram. Meyvəsinin dadı damağımdan hey, damağımdan getmir. То есть мы получаем удовольствие, сидя в плодах ее и кушая из плодов. Русский делер, в чини ее, люблю я сидеть и плоды ее. Сладкий для гортанника. Исадро. Это Иисус. Мәриям bunu sezib. И Мария поняла это. Evdə çoxlu görüləsi işlər var. Много работ, которые нужно было сделать. Марта, Марта, sən çox şeylərin qayğısına qalırsan. Марфа, Марфа, ты о многом заботишься. Bu bizim normal həyatımızdır. Это как бы наша жизнь нормальная. Yaşadığımız məcazi mənada. Meşədə çoxlu ağaclar var. Образно, то есть мы в лесу и там много деревьев. Amma oxuduğumuz o bənd və ya mahnı qoy yadınıza düşsün. Пусть мы вспомним эту песню. Bütün o çoxluğun arasında bir ağac var. Вот среди всего этого множества есть одно дерево. İsa-dır o. Это Иисус. O da bizi razı salan. Который и удовлетворяет нас. Buydu birinci fikrimiz. Это была наша первая. Yaxşıdır, xoşumuza gəlir. Nəsə eşidirik. Конечно, да. Mən ümid edirəm, mən inanıram ki, müqəddəs ruh bizə xidmət edir. Я надеюсь, что Святой Дух служит нам. Məqsədimiz də odur. И это есть наша цель. Məqsəd odur ki, müqəddəs ruh bizə xidmət etsin. Чтобы Дух Святой послужил нам. Biz o silsiləni davam edirik. Мы продолжим вот эту часть, серию. Ki, xırda şeylər var. Это мы говорим про детали, то есть. Balaca şeylər. Маленькие детали. Ki, balaca görsənir, əhəmiyyətsiz görsənir. Которые на первый взгляд кажутся очень незначительными. Amma Rəbb istəyir ki, biz diqqətli olaq. Но Господь хочет, чтобы мы были внимательны. Və bütün vəziyyətlərdə o xırda görünən şey əslində bizim üçün qapını aça bilər.
Потому что во всех ситуациях именно та часть, которая выглядит маленьким и незначительным, может открыть очень важную дверь для нас. Çünkü bütün vəziyyətlərimizde, necə ki mahnıda oxuduq, sıxıntılarda. Потому что как песню мы пели вот во всех сложных ситуациях. Ki, necə idi o mahnı, qoya bilərsiniz ekrana. Можете, пожалуйста, в экран. Ki, günahlardan bu İlyas'ın günlərində. Ondan sonra Pavel'in günlerinde. Во время Ильи, Павла. Elşan'ın günlerinde. Во время Elşan'ın. Növbəti. Bütün sıkıntılardan var idi orada ki yol açılır mənə. Aha, hayatımızda sıkıntılardan. Bak, o kadar sıkıntılarımız var ki. Mesela много проблем в жизни. Ha, karanlıktan keçende biz. Когда мы проходим через тьму. Ara baxırıq biz. Куда мы смотрим? Karanlıkta ne görürük biz? Что мы видим в этой тьме? Heç nə. Ничего. Ama Rəb qaranlıqdadır. Но Господь находится в этой тьме. Əhəmiyyətsiz kimi görünə bilər. В тех вещах, которые выглядят незначительно. Ama Rəb deyir ki, diqqətli ol. Господь говорит, будьте внимательны. Mən səninləyəm. Потому что я с вами. Və Rəbbin yolu açılacaq. И путь Господа откроется. Qaranlıqda, həyatımızın qaranlıqlarında. В этой сложности, в этих сложностях. Gəlin açaq çıxış kitabı 16-cı fəsli. Давайте откроем книгу Исход 16 глава. Bizim ikinci fikrimiz və bununla bitirəcəyik. Мы сейчас завершим вторую мысль. Yahudi xalqı İsrail səhradadır. İsrail находится в пустыне. Misirdəki köləlikdən Rəb onları möcüzəli şəkildə çıxardı. Бог чудом избавил их от рабства в Египте. Onlar 11 gün ərzində Tanrının vəd olmuş torpağa girə bilərdilər. В течение 11 дней они могли бы войти в землю обетованную. Ama onlar qorxdular. Но они испугались. Onlar o torpağa baxıb, oradakı nəhəngləri görüb qorxdular. Они посмотрели на эту землю, увидели там великанов и испугались. Onlar orada səhv şeyə baxdılar. Они посмотрели на ложную вещь. Onlar orada Rəbbə baxmalıydılar. Они должны были бы взглянуть на Господа. Onlar orada Rəbbin vədini yada salmalıydılar. Должны были бы вспомнить обещание Господа. Necə ki bunu Yeşua və Xalev etdilər. Как это сделали Yeşua и Xalev? Ama xalq inanmadı. Но народ не поверил. Xalq qorxdu. Народ испугался. Və xalq 40 il səhrada dolandı. И в результате народ 40 лет остался в пустыне. Səhrada dolanarkən onlar şikayət edirdilər. И находясь в пустыне, они жаловались. Biz çox vaxt şikayət edirik. И мы часто жалуемся. Bu bizim insani təbiətimizə xas olan bir şeydir. Это естественно наша природа человеческая. Çoxlu şeylər bizə çatışmır. Нам многого не достает. Ama Rəb oradadır. Но Господь находится там. Burada xalqın rəhbəri var, Musadır. И у народа тут есть главарь, это Моисей. Tanrı Musaya tapşırır. И Бог дал поручение Моисею. Ki, xalqıma təminat verəcəyəm. Я дам обеспечение народу. Onlara bunu de. Скажи народу. Şikayət edirlər, bizə çörək lazımdır, bizə ət lazımdır, bizə kolbasa, sosiska lazımdır. То есть народ тут ропчет, что мы нуждаемся в мясе, мы нуждаемся там Kim bildirçin kolbasası yiyir? Кто ел вот куропатку? Kolbasa spiritual. Neyse, yani çıxış kitabı 16-cı fəsli oxuyar. 16 глава исход. Burada vacib bir fikir var. Очень важная мысль тут. 12-ci bənddən başlayaraq. Начинаем с 12-го. Rəb deyir, Musaya deyir, mən İsrail övladlarının deyinməklərini eşitdim. Onlara de ki, axşam çağı ət yiyəcəklər. Səhər isə çörəklə doyacaqsınız. Onda biləcəksiniz ki, Allahınız Rəb mənəm. И сказал Господь Моисею, говоря, я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом. И узнаете, что я Господь, Бог ваш. 13-cü bənd. Axşam bildirçinlər üçün, yox, üzr istəyirəm, üçün yox. Axşam bildirçinlər uçub, bütün düşərgəni bürüdülər. Səhər düşərgənin ətrafına şeyh düşdü. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. 14-cü bənd. Şeyh buxarlananda, səhrada, torpaq üzərində Qırova bənzər nazik lopalar göründü. Rasa поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. Gözəldir, hə? Это прекрасно. Ki, xırda, nazik, dərmi formada olan bir lopalar, kəpəklər. Нечто мелкое, круповидное, как иней. Lopa yazılıb, lopa belə böyük kimi görsən.
Amma əslində belə hafif belə kağız ölçüsündə nazikliyində olan bir nədirsə. Hə, nədirsə. Biz bilirik ki, bu mannadır. 15-ci bənd. İsraillər bunu gördükdə bir-birinə bu nədir? Dedilər. Çünki onun nə olduğunu bilmirdilər. Musa onlara dedi, bu Rəbbin sizə yeməyə verdiyi çörəkdir. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Ve burada biz yeni bir Yahudi İbrani sözüyle karşılaşarak. И тут мы встречаем вот это именно слово иудеи, израильтяне. Ve bu söz manna sözüdür. Это слово манна. Manna sözünün mənasını bilirsiniz nədir? Знаете, что означает, что это? Ha? Ne? Kaşa? Mannaya kaşa. Okey. Qəbul olunur, var hələ bir kaşa. Okey. İbrani dilində manna sözü mənası bu nədir anlamına gəlir. Слово манна на иврите означает что это? Мен bunu oxuyanda yerə də gəlmişdim. Я удивился, когда прочитал. Çünki biz mannanı xoşlayırıq, düzdür? Потому что мы любим манну. Biz hətta deyirik ki, İsa'dır bizim mannamız, göylərdən gələn mannamız. Мы даже говорим, что Иисус это та манна, которая пришла с небес. Amma xalq o vəziyyətdə ilk dəfə onu görürdü. Но народ впервые увидел манну. Və başa düşmürdü bu nədir. Они понимал, что это. Onlar acdılar. Они были голодны. Onlar şikayət edirlər. Они роптали. Onlar narazıdılar. Не были довольными. Onlar Misirə köləliyə qayıtmaq istəyirlər. Даже хотели вернуться опять в рабство в Египет. Tüpürüm bu həyata. Плевать на жизнь. Gedirəm Misirə. Хочу в Египет. Bəziləri yəqin belə deyirdilər. Некоторые так думали. Çünki şikayət edirlər. Потому что жаловались. Və Rəb də onlara təminat verir. И Господь давал им обеспечение. Məhəbbət dolu ürəyindən təminat verir. Обеспечение, которое сходило от сердца, в котором была любовь. Qulaq asan. Tanrı onlara öz oğlunu verir. Господь дает им своего сына. Tanrı onlara özünü verir. Себя самого. İşitirsiniz. Her şeyi yaradan Tanrı onların şikayetin içinde onlara özünü verir. Бог сотворивший все, вот в этих жалобах дает самого себя им. Ve halk ne diyor? Что же говорит народ? Bu nedir? Что это? Yani biz şimdi bunu artistizme koyup, bu gamilesika fenlerinden istifade edip, мы сейчас акцент koyabilir, ha? Можем использовать навыки гамилетики. Bu nedir? Акцент. Что это? Ой, да. Ой, да. Я дала бы, да. Бу неди. И же что это? Без билмирик. Мы не знаем. Ама христиан хаятымызда билирик. Мы знаем в нашей христианской жизни. Элеже да мюжделерде билирик. И в Евангелиях. Бу неди сөзü фәрли акцентлерле дейлип. Что это слово «что это» говорилось разными акцентами. Ядмызда дар Иса Мәсих 5000, 4000 нәфәри доездырой. Когда Иисус вот насытил 5000 людей. Onlar deyirlər. Yahudi dilinde danışsaydı deyəcəydilər. Manna. Если бы они говорили на иврите, мы слышали бы, они бы сказали манна. Я деп белədim. Mənə nə? Bu nədir belə? 5000 millət var orada. Tam təsvir şüləcəyi. Çay biraz artistizm. Siz tərcüməçisiz. Və bu gözəldir. Это прекрасно. Hürsüz Rəv bizim bu cür münasibətimizə pis baxmır. Господь не смотрит плохо на наши вот такие взаимоотношения. Он başa düşür ki bizə kömək lazım. Он понимает, что нам нужна помощь. Və sonra biz oxuyanda bu fəsildə görürük ki Musa həmin o bu nədir sözə manna adı qoyur. Мы знаем вот в этой главе, что Моисей вот это слово манну называет что это? То есть amma, слово, что это называет манна. Bəli, amma həmin o bənddə 15-ci bənddə Musa onlara cavabı verir. Вот в этом 15 стихе Моисей отвечает им, дает им ответ. Халк дир, бу недир? Народ говорит, что это? Муса не дир? Моисей говорит, бу чорейдир. Это хлеб. Чорей билирсен недир? Знаешь, что такое хлеб? Лехем. Билирсен лехем недир? Лохма билирсен недир? О, эппе вар, сәхәр тездән, бебе оланда мама, папа верир дия. Ха, о, хлеб уж. Да, это хлеб уж. О, колобок вар, о. Ону... Я от бабушки убежал, а? Я от дедушки убежал, от тебя убежал. Бах, он и ели, бах, и ели. Да, мы ели это, и было вкусно. А без билири чё рейнады. Ама халк бахыр, баша душмир. Ну, народ тогда не понимал. Иса Мәсих Матта 4:4-дә диир.
Иисус Христос говорит Матта 4. Матта 4, Матфея 4, 4. İnsan yalnız çöreyle yaşamaz. Человек не будет жить только хлебом, не хлебом одним. Çöreyle yaşar. Он может жить хлебом. Ama yalnız çöreyle değil, yalnız ekmeğinle değil. Но не только хлебом. Ama Meryem düzgün hisseni seçer. Но Мария избрала правильный путь. Allah'ın ağzından çıkan her bir sözle yaşar. Питаться каждым словом, исходящим из уст. Ki o söz bizi doyduracak. Это слово будет питать. O sözün lezzeti bizim damaklarımızda kalacak. Вкус этого слова останется в наших устах. O söz mənim ürəyimə çatanda mən etiraf edəcəm Davud padşah kimi. Вот когда слово дойдет до моего сердца, я как Давид буду. Heç bir şeyə möhtac deyiləm. Говорить, что я ни в чем не буду. Mənə nə bildirçin lazımdır, nə pul lazımdır, nə ev lazımdır, nə maşın lazımdır, nə arvad lazımdır, nə uşaq lazımdır, nə ər lazımdır. Rəbdir mənim çobanım, mən heç bir şeyə möhtac deyiləm. Не нужны ни перепелы, ни деньги, ни жена, ни работа, ничего, только Господь. Rəbdədir mənim razılığım. Мое довольство только в Господе. Onun padşahlığındadır mənim yerim. И мое место в Его Царстве. Və onun padşahlığında hər şeyim var. И в Его Царстве у меня уже есть все. Matta 6:33-ü tez-tez danışırıq, deyir. Мы часто говорим про Матфея 6:33. Ki hər şeydən əvvəl mən Allahın padşahlığını axtarmaq istəyirəm. Что прежде всего нужно искать Царство Небесное. Мən Allahın salihliyində olmaq istəyirəm. Я хочу быть праведности Господа. Və o qalan şeyləri Rəb məni sevdiyinə görə əlavə eləyəcək. Все остальное Господь добавит по любви ко мне. Və bu gözəldir. И это прекрасно. Bu nağıla bənzəyir. Это похоже на сказку. Amma Tanrı diridir. Бог есть живой Бог. Və biz burada nağıl danışmırıq. Мы не говорим сказки здесь. Biz burada həyatı danışırıq. Мы говорим про жизнь. Çünki biz bu həyatı qəbul etmişik. Потому что мы приняли эту жизнь. Biz Tanrımızı sınamışıq. Мы испытали нашего biz Господа. Onu dadmışıq. Мы насладились им. Вкусили его. Вкусили Və biz onun yaxşı olduğunu dadmışıq həyatımızda. Мы вкусили, что он был. Eşidin. Faciəli vəziyyətlərimizdə biz onun yaxşı olduğunu dadmışıq. Даже в трагических ситуациях мы вкусили, что он благ. Əzizlərimizi itirən vaxtlarda biz Rəbbin yaxşılığını dadmışıq. Даже тогда, когда мы потеряли наших родных, мы вкусили его благость. Çox böyük qeyri-ədalətli vəziyyət kimi yozduğumuz vəziyyətlərdə Tanrının yaxşılığını dadmışıq. И даже в тех ситуациях, которые казались нам очень несправедливыми, мы тогда и вкусили благость его. Və ən böyük qeyri-ədalətli hadisə çarmıqda baş verir. Самая большая несправедливость была именно на кресте. İsa Məsih mənim yerimə çarmıxa qalxıb. İsus Kristos vместо меня был на кресте. Mən günahkara görə o günahı mənim günahım üzərinə götürüb mənə görə cəza çəkdi. İza меня грешника пострадал он. Nəğmələr nəğməsi. Песен песен. Qaydaq. Bir dən bunu deyib və bitirirəm. Давайте вот ещё это почитаем. Və axşam davam edəcəyik. Продолжим вечером. İnşallah. Dayı bu. Nəğmələr nəğməsi 2-ci fəsil 1-ci bənd. Песен песни, вторая глава. 1-ci bənd. Первый стих. Mən bunu ingilis dilində vəz etmişəm bazar günü axşam, amma bu hissəni deyəcəyəm. Я на английском говорил об этом, но я хочу вот эту часть сказать. 1-ci bənddə söhbət bəyə, kişiyə aiddir. Первый стих относится к бэе. Aha. Orada kişi var və qadın var. Там мужчина и женщина. Çoban var və sulamita var. Там пастух и сулмит. Это второй. Нәгмәләр нәгмәсе 2-ci фәсил. Sonra Süleyman padşah var və sulamita var. Biz Salomon и ещё sulamita. Bu məhəbbət mahnısıdır. Это песня любви. Ki kişi qadına oxuyur, qadın kişiyə oxuyur. Которую мужчина поет женщине и женщина мужчине. Gəlin belə bir mahnı yazaq. Əslində varımızda oxuduq. Deməli kişi deyir. И мужчина говорит. Birinci bən. Mən Şaron nərgiziyəm. Я нарцисс Саронский. Dərələrdə bitən zambağam. Lilia Dalin. Mən bu nərgiz sözünə baxırdım ki, nə görəsən nə deməkdi o nərgiz sözü orada? Я смотрел на слово нарцисс и не понимал, что это означает. Evet. Biz bunu biraz araşdırmışdıq. Мы немножко изучили. İngilisində rose gedir, yəni qızıl gül kimi gedir. На английском это как roza. Deməli İbrani dilində bu söz çabat seleh or seleth, çabat seleth sözüdür. На иврите это как çabat seleth. Və ya chabat seleth. Chabat. Hər nədirsə.
мэнасна, бізе мэна лазымдыр. Нам нужно значение. Бу бир гюлдыр. Это цветок. Бу чок гёзэль бир гюлдыр. Это очень красивый цветок. Инглисында это онан бир бэлэ ат да вериблэр. Naked ladies, яни чулпах кадынлар. На английском дали Сөбет такое ба. Название. Голые женщины. Наги женщины, девушки. Söhbət nədən gedir? Yəni bu obrazdakı mənzərə olsun gözümüzün qabağında. This is the obraz. Ha, o gül naked ladies, nə gözəl. Kişi özündən, bu söhbət kişidən gedir ha, yəni fokus. İnsan məsəyə. Deməli bu gülün xüsusiyyəti budur ki, adətən güllər bitəndə birinci onun yarpaqları çıxır, sonra onun o özü çıxır, o çiçək hissəsi. Свойство этого цветка в том, что когда обычный цветок растет, сначала растут листья, а потом уже сам этот самый. Нормал ментиги гюль табиат. Это логичная природа цветка. Ама бу гюлин хусусияти оди ки, биринчи о гуру торпагдан чичейин өзү чыгыр, сонрадан ярпаглар чыгыр. Но свойство этого дерева, что сам цветок растет первым, а потом уже листья. Гёзелди бу, а? Прекрасно, не так ли? Ким бар эде биз буну диебилерик? О ком мы можем это говорить? Biz çarmıxa baxanda, когда мы смотрим на крест, biz orada həmin o nərgizi görürük. Мы видим вот этот нарцисс. Həmin bu xabat və ya çabat çələti görürük. Этот xabat çələt. Ki o çılpaq idi. Который был ноги. Onun heç bir yarpağı yox idi, özünü örtmək üçün heç nəyi yox idi. Не было никаких листьев, чтобы покрывать. O bütövlüklə, həyatını bütövlüklə qurban vermişdi. И он полностью отдал вот всю свою жизнь. Kim üçün? Для кого? Mənim üçün. Для меня. Sənin üçün. Для тебя. Eşidənlər üçün. Для всех, кто слышит. Bütün dünyada yaşayan insanlar üçün. Для всех живущих на земле. Ve o indi öz sevgilisinə bunu deyir. Сейчас он говорит возлюбленная об этом. Нәғмелер нәғмесі 2-ci фәсіл, 1-ci бәндә. Песен песни, 2-я глава. Мен Шарон Нәргизе. Я нарцисс Саронский. Мен bütün həyatımı sənə verməyə gəlmişəm. Я пришел, чтобы отдать всю жизнь тебе. Ve gizlənmirəm. Не пытаюсь. Ярпаглар арасында гизлэмрэм. Мен чылпагам. Между лилиями, потому что я ногой. Ки сэн мэни бютөвлюклэ гёрэсэн. Чтобы ты полностью видел. Сэн мэним ким олдугму билэсэн. И понял, кто я. Мен Танрынын кызусуям. Я Агнец Божий. Мен дүнияя боғазланмак үчүн гэлмишэм. Я пришел, чтобы быть сакланым. Мен бүтүн ганымы сэнин үчүн төкмэй үчүн гэлмишэм. Я пришел, чтобы пролить всю свою кровь. Чүнки мен bütün o tikanlar arasında səni görmüşəm. Потому что между всеми этими тёрнами я видел тебя. Сən mənim zambağımsan. Ты есть моя лилия. Və sən məni tanımırsan. Ты не знаешь меня. Сən mənə bəzən deyirsən, bu nədir? Иногда можешь сказать, что bu nədir? Mənə çörək ver. Дай мне хлеб. Рәб deyir, budur. Мən burdayam. Бог говорит, здесь я. Biz onu görmürük. Biz başqa şey istəyirik. Мы не видим его, потому что мы другого хотим. Рэп сабирлидир. Господь терпелив. О чармахта ахра кадар кал. Он до конца остался на кресте. О, бизи ахра кадар севди Яхья 13-й фасел. Он Иоанна 18 глава говорит. 13-й фасел. 13 глава он говорит, он возлюбил нас до конца. Я ве о özün təqdim edib. Полностью отдал себя. О гелиб evimize. И пришел на домой нам. Я остир ки биз həmin o ağacı seçək. Но хочешь, чтобы мы смогли различить это дерево? Чармыхы сечек. Мы смогли различить этот крест. Эслинде чармыхы сечмеек. Чармыхта асланы сечек. Не сам крест, а того, кто был на кресте. Чармыхта асланы сечек. Того, кто был там. О чылпагдыр орда. И он был нагим. О хеч нэй бизден гизлетмейб. Ничего не прятал от нас. О там ачыгдыр. Он полностью о, дир, истэ мэннэн. Открытым. Истэ мэннэн. Говорил открыто, просите меня. Истэ мэннэн, шикаят эт мэнэ. Жалуйтесь мне. Мübahisə et mənimlə. Спорьте со мной. Söy məni istəyirsənsə. Даже ругать elə günə mənə. Lənət elə günə mənə. Проклинайте. Mənim davamçılarımı öldür günə. Həvari Pavel, Şaul o vaxt. Убивайте моих последников. Mən açıqam. Я открыт. Mən səni sevirəm. Я люблю вас. Mən səni əbədi məhəbbətlə sevmişəm. Я вечной любовью возлюбил вас. Və mən gözləyirəm. Я жду. Ki sən bu meşədə yaşayanda düzgün ağacı seçəsən. Чтобы вы выбрали правильное дерево. Çoxlu ağaclar var. Есть много деревьев. Qabaq çoxlu ağaclardan yiyə bilirdin. И раньше я мог вкушать различных деревьев. Amma sən qadağa qoyulmuş ağacdan toxundun. Но ты потрогал именно важные деревья. Bu sənin seçimin idi.
И это был ваш выбор. İndi çoxlu ağaclar var. Сейчас много других деревьев. Ama yalnız bir ağaç sənə həyat verəcək. Но только одно дерево даст вам жизнь. Yalnız bir ağacda sən məmnunluq tapacaqsan. Только в одном дереве ты найдешь вот эту радость. Bu İsa ağacıdır. Это дерево под названием Иисус. Və o bizim həyatımızdır. Он наша жизнь. Və bizim həyatımızda vəziyyətlərdə o manna. И в ситуациях нашей жизни он есть наша манна. Yox, o manna əslində bizim çörəyimizdir. Да. Это на самом деле наш хлеб. Biz tanıyırıq onu. И мы знаем его. Biz dadmışıq onu. Мы уже вкусили его. Və İsa Məsih deyir, mən göylərdən nazil olan çörəyəm. Я хлеб, который пришел с небес, говорит об этом Иисус. Amin. Amin. Bu axşam biz müqəddəs yazdığım yerlərə baxacağıq harda ki, müəyyən adamlar deyir, bu nədir? И вот сегодня вечером мы разберем места, где говорится, что это. Различные люди говорят, что это. И мы слышим ответ. Рәбби жазы версә. Если даст Господь. Гәлін дуа елейк. Давайте помолимся. Әзіз Рәббіміз, біз минәттарық сәнә. Дорогой Господь, мы благодарны Себе. Ки сән өзві бүтөвліклі біз ашмысан. Что ты полностью открыл Себя нам. Сән өзві зәйіф мөвгейі қоймысан. Ты положил Себя вот в эту слабую позицию. Сән қорқмамысан. Ты не испугался. Ки біз сәні дөйәжейік, сөйәжейік. Ты не испугался, что мы будем ругать Себя, бить Себя. Və səni orada saxlayan sənin bizə olan məhəbbətindir. Именно твоя любовь по отношению к нам держала тебя. Nə gözəl. Это как прекрасно. Çox sağ ol. Спасибо за это. Çox sağ ol ki, bizi sevdiyinə görə sən dözdün. Спасибо, потому что ты возлюбив нас, терпел все это. İndiyə qədər də dözürsən. Ты до сих пор терпишь. Sənin uzun səbrin var. У тебя очень большое терпение. Məhəbbət uzun səbirlidir. Потому что любовь долготерпит. Əgər siz İsa Məsih ürəyinizə heç vaxt xilaskar kimi qəbul etməmişsinizsə, qəbul edin, lütfən. Если вы до сих пор не принимали Иисуса Христа как Спасителя, пожалуйста, примите. Biz sizi dinə dəvət etmirik. Мы не приглашаем вас в какую-то религию. Biz özümüz də din dalınca getmirik. Мы сами тоже не следуем ни за какой религией. Biz öz payımızı tapmışıq yer üzündə. Мы получили свою участь. Biz İsa'nın ayakları önündə oturmak istəyirik. Мы хотим сидеть у ног Иисуса Христа. Ki o bizim ürəyimizə danışsın. Чтобы он говорил нашему сердцу. Başqa yerdə məmnunluq yoxdur. Потому что нет нигде другого вот такого наслаждения. Bizim günahlarımıza görə başqa kimsə ölməyib. Никто другой не умирал за наши грехи. Bizə əbədi həyatı başqa kimsə vəd etməyib. Никто другой не обещал нам вечную жизнь. Amma diri Allah bunu edə bilər. Только живой Бог может это сделать. Və o gəlib yer üzünə. Он пришел на землю. Bizi tikanlardan çıxardı. Чтобы вытащить нас вот эти терно. Deyin İsa Məsihə, gəl mənim həyatıma. Скажите Иисусу Христу, приди в мою жизнь. Mən sənə inanıram. Я верю в тебя. Sən mənim xilaskarımsan. Ты мой спаситель. Sən çarmıqda mənə görə öldün. Ты на кресте умер за меня. Və 3 gündən sonra dirildin. И воскрес через 3 дня. Ki mənim dirilmiş həyatım olsun. Чтобы у меня была воскрешенная жизнь. Ki mənim həyatımın vəziyyətlərində sən də mənimlə olasan. Чтобы в различных ситуациях жизни ты был со мной. Minnətdaram ki sən mənimləsən. Благодарна, что ты со мной. Məni qəbul etmisən. Принял меня. Ailəyə. В семью. Мен дуа edirəm sənə, İsa Məsih. Я молю тебе, Иисус. Və sənə minnətdaram. И благодарен тебе. Deyin ürəyinizdə amin. Скажите сердце аминь. Gəlin ayağa qalxın.